Ты красивая девушка. Актрису из Эстонии по имени Перит Мянгел помнит вся съемочная группа. Когда мы искали Акатау, в Прибалтике предложили мне такую некую театральную школу. Я посмотрела, внешность была потрясающая. Девушка была подходящей внешности. Ты увидел, как тебе достался этот шлем? Как говорил режиссер Марсианской. Та, что грезит. И с такими же инопланетными повадками. Ну, такая она, такая странная была девушка. И Вовка Шевельков очень ее боялся, потому что там есть сцена, когда он спит, а она над ним с кинжалом. Он боялся очень, что она может это сделать на самом деле. О ней до сих пор известно немного. Родом из Сталина и настолько плохо говорила по-русски, что ее пришлось дублировать. Кто же такая Перит Мянгел и что с ней сейчас? Меня никто никогда не любил. Говорят, что Мянгел вышла замуж за итальянского аристократа и работает в архитектурном совете Венеции. Однако нам так и не удалось ее отыскать.